Ну чё, получается, поздороваемся Ютубу? С Ютубом? Здорово, народ, с вами Джон. Он же набиватель каталика на Люмину 312. Сидим, короче, тут, в рифте, бесконечно, благодаря вот этим ногам новым. Вместе с Люминой, и качаем на нее каталик. Ну, благо, когда ты стоишь в этом расколе, у тебя появляются вот эти благородные заряды бесконечные, необходимые... Обычно необходимые для того, чтобы делать с них обычные эти киллы. Пока не уснул за таким фармом. Да вообще, Стивен. А почему рифты бесконечные? Благодаря ногам. Новым. Сезона. Здесь же каталик как качается? Тем, что ты хилишь своих тиммейтов. Получается, что ты делаешь. Стоишь в этом рифте, у тебя автоматически, благодаря ему, делается... Создаются благородные эти снаряды, но если достаточно близко к тиммейтам стоять, где-то на расстоянии там 3-4 метров, тебе вот прилетают бафы, от которых эти снаряды появляются. И в результате ты делаешь каталик. Сколько там? До 5 снарядов можно выпустить. У тебя еще патроны восстанавливаются, поэтому это и даже за патронами бегать не надо. Но это вдруг есть кому-то захочется каталик на люмину вкачать. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал. Колокольчик прожимаем. Ну, блин, это... А, ну надо просто найти, я не знаю, троих там, четверых человек, или пяти, или пять, залететь с ними в рейд и так вот бафаться. Мы это делаем сейчас с тремя людьми, но с шестерьмя это было бы... Но с пятерьмя это было бы быстрее, естественно. Можно так друг другу по очереди каталик на люмину делать. Если вдруг эта пушка заиграет, но это комба вместе с ногами этими новыми на варлока. Так что вперед. ГГВП получается.